в этом году сразу же после скворцов скворечники заселились в вертишейки. Вот так у нас с вами выглядит птенец вертишейки. Там еще примерно скворечники, их, наверное, еще две штуки, кроме этого. В общем, он уже так значительно подрос. Мама сейчас уже кормит его реже. Ну и, собственно, вот он ждет, когда ему принесут очередную порцию еды. Вот так вот на календаре у нас 12 июля 2019 года. Ну, не сегодня, завтра птенцы уже вылетят из скворечника. Вот так он зовет мать, чтобы та его покормила. С вами был канал Дачный Созонт. До скорых встреч!